суперзвезду считают живым даже некоторые люди из его ближайшего окружения. Летом прошлого года стилист музыканта Стив Эрхарт разместил в соцсетях фото ноги в белом носке под черной брючиной с подписью «В студии звукозаписи, место засекречено». Мужчина утверждал, что располагает информацией, которой не владеют даже члены семьи Джексона. «В конце года всех ждут хорошие новости», — завершил он послание. Когда в указанное время ничего не произошло, поклонники решили, Майкл еще не готов снова явить себя миру. Эрхарду вторит продюсер Тедди Райли и рэпер Икон. По их мнению, певец ушел в подполье, откуда рано или поздно вернется. Исследователи этого вопроса нашли в истории гибели кумира миллионов несовпадения, поддерживающие в них надежду на возвращение короля. Большинство версий об инсценировке опирается на тот факт, что якобы 25 июня 2009 года прибывшие в дом Майкла медики не узнали пациента, а судмедэксперт долго колебался, прежде чем выдать свидетельство о смерти. По мнению группы теоретиков, до приезда скорой короля подменили или посторонним трупом, или восковой куклой. Фото якобы ног Майкла наделало много шума в сети фото. Инстаграм. Другая группа настаивает, что Джексона вывезли из дома живым, а подмена произошла в морге. Доказательством служит мутное видео воздушной эвакуации останков. Якобы на ней видно, как в кабине тело сидело на носилках. Кстати, фанаты задаются вопросом, почему не обнародованы все записи, сделанные камерами наблюдения в доме поп-короля в тот день, и куда те вообще подевались. Кроме того, в течение 10 лет люди то и дело натыкались на живого Майкла в разных точках земного шара, иногда даже в нескольких одновременно. Джексона видели в Хорватии, Канаде, Швейцарии, Австралии, нескольких захолустных штатах США, а также в лифте отеля в Лас-Вегасе и на заднем сиденье машины дочери Пэрис. Дочь Майкла Джексона пыталась покончить с собой после выхода скандального фильма об отце в 2016-м. Певца заметили на селфи дочери Пэрис фото. Инстаграм. Между поклонниками нет единодушной версии по поводу причин возможной фальсификации. Некоторые считают, их кумир был физически не способен отыграть 50 концертов прощального тура This Is It и выбрал другой способ избежать банкротства. В шоу-бизнесе знают, ничто не поднимает продажи творчества лучше, чем безвременная, внезапная и загадочная смерть творца. Скончавшись, Майкл закрепился на вершине списка самых зарабатывающих мертвых знаменитостей. Его сыновья и дочь обеспечены, долги выплачены, цель достигнута. Фанаты вспоминают кумира каждый год. Фото Полар Кулета Фил Маджик Гетти Магис. Популярна теория, что Джексон был агентом влияния спецслужб, но исчерпал свою полезность. Кураторы погубили его репутацию обвинением в педофилии и готовились убрать как ненужного свидетеля. В последние годы он страдал манией преследования, повторял, что его хотят убить, инсценировать смерть, и податься в бега выглядело логичным решением. Как бы там ни было, певец официально мертв, но продолжает жить в песнях. А какая еще загробная жизнь нужна артисту? Класс пост 660 997 подписчиков.